Короче, забыл, что такой рагулик. Трофей? Ну. О, блин, ухожу под воду. Все, все. Вот такие вот, друзья, приключения. Пошла земля твердая. Фух. Наконец-то мы пришли. А! Я провалился под самый конец. Я же говорил, аккуратненько. Фух. Тут я ловил лещей. Вон, Коля может туда бросать под те кувшинки. А мы с тобой ловим здесь. Так. Приветствую вас, уважаемые друзья. Приехали мы сегодня опять порыбачить, попытать счастье споймать карасика. Погода у нас сильно похолодала, сильная волна, ветер, но мы будем пробовать что-нибудь споймать. А что споймали, смотрите в видео. Идет, но мне кажется, ведет. Вот такая вот уклейка. Да, волна сильно большая. Если аккуратно поклюешь, попробуй ее курсики ищи. Когда села, я даже не сказал никогда. Ветер прям в лицо. Ну, Коляна, он клюет сходу. Блин, ты так закидываешь? Я? Чуть меня за ноздрю не зацепил. Не, ну, все, вроде бы подрассчитано. Заброс. Я же тебе говорю, прям возле ноздри крючок пролетел. Я даже ветер почувствовал носом. Я вижу. Ё-моё, всем опарыши одета, блин. Блин, клинка вообще мощная. Да? Хоп, уклейка, уклеечка. Да ёлки. Смотри, там Коля не зацепись. Побольше. Какой-то у него эльдорадо. Ага, окунь подошел. Тогда какой-нибудь побольше, да, такой, чтобы был грамм 400. Да. Будет вообще хорошо. Ах ты. Да, только кидай. Пользует момент. Второе. Странно, где лещ. Лещ. Да, корма куда кинуть? Да не надо нам корма пока. Корма кому? А. Я тут пытаюсь обманить. А маленькая, это не такой пучок, что станет ее тут рия, да? Она голодная. А вот глянь, ближе к камышу она не хочет сошклевать. На чистом, да? Да, только на чистом. А вот видишь, у меня уже зашла в кувшинки. Угу. В кувшинках не хочет. Потому что окунь, правильно? Страшно. Да, может быть. А вот там сейчас клюнет.
скажу, что их много, но 3 штуки попалось. Сразу же клюет. Она клюет жадно. Дернуло. Какая уклейка клюет на 8 опарышей. Рыбка прибывает в садке. Нарвались на клев уклейки. Берет почти у дна. Уклейка, уклеечка. Ну, конец, ты видишь? Ага. Блин, так хорошо кинулось. Опа! Дается мне рыбка. Это что у нас, густерка? Густерка. Наша рыбалка подходит к концу. Уже вечереет. Нам выходить еще по болоту. И вот посмотрите, сколько мы споймали уклейки. Наверное, штучек 50 тут точно будет. А еще сколько ее посрывалось. Ну, в принципе, неплохой улов уклеечный. На этом видео будем заканчивать. Ни хвоста, ни чешуи вам, друзья, на рыбалке. До новых встреч. Всех благ вам и вашим близким. Ну а вот улов и готов.